20 мая. Интересный день. Интересный почему? Потому что я выставляю дни. Что там народ подметил? Особенности этих дней. И в частности, наши предки подметили, что очень сильная вода сегодня, необычайно какая-то сильная. Вот. Приду домой, окунусь в свой бассейник. И, кстати, Иван Удодов родился, первый олимпийский чемпион советского времени по тяжелой атлетике, весе 56 килограмм. Вот, можно сказать, ну и что, что олимпийских чемпионов много, но если учесть, что он был угнан в Германию подростком, в 45-м году его вынесли на руках, он уже не мог ходить от слабости, дистрофии. Весил он 28 килограмм, 45-й год. 52-й год, он олимпийский чемпион. И он как раз родился именно 20 мая. Как бы сказать, тоже наводит на соответствующие мысли. Мыслитель мыслит, сопоставляет. И вот я рассказывал, что болезнь может быть как своего рода какая-то отработка. Это я вычитал, не сам я говорю. Как какая-то отработка за какие-то грехи в прошлых жизнях. И как раз буквально таки вчера мне прислали выдержка из Евангелия, рассказывает. Евангелие от Иоанна, глава 5. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифизда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тот был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащим и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, которого сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем в том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям,
что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искать убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Вопросы. Был ли этот человек с самого рождения расслаблен? Или же с какого возраста у него возникло расслабление? Что человек вроде бы вел нормальный образ жизни по нашим меркам. Все было нормально, потом трах-бах какая-то болезнь, тем более такая расслабленность. То есть сил нет, встать не может, лежит и вот просто как растение. С чем бы это связано было? То есть вот когда он успел согрешить, что 38 лет был расслабленным. И кстати, вот работая над этими днями, круг, годовой круг святых, годовой круг примет, годовой круг всего-всего-всего. Ну и помимо этого, читая ряд другой литературы, я начал понимать, что во все времена, в том числе и сейчас, существуют одни и те же методы совершенствования духов, собственной духовной части. Одни и те же, они и не менялись. Что были там 10 тысяч лет назад, 5 тысяч лет назад, 100 лет назад и сейчас. Они не меняются. Вот. Будешь их придерживаться, значит начнется работа на духовном плане. Не будешь придерживаться, значит ничего не будет. И в частности они основаны на том, как можно сильнее сократить материальную часть. Для чего? Смотрите. Пост, молитва, бдение. То есть пост человек постится там раз в день там кушает. Это такой у них пост. Не то, что вот в определенные дни. Нет. В определенные дни вообще там не едят. Такое правило. Молитва. Ну, естественно, молитва – это постоянная мыслительная направленность в одном направлении, которая отдергивает человека от разного рода искушений плотских. И бдение. Бдение – это вот как раз человек не спит полночи. Полночи не спит, также он там молится. Ну и плюс еще не просто, что ты тут сидишь и тебя кормят, а ты еще и кормишь себя за счет работы рук своих. Кто там они веревки вяжут, кто там они еще там что-то делают. То есть вот такая вот суровая жизнь. Для того, чтобы вот эту вот материальную часть, то есть физическое тело уменьшить. И за счет вот этих вот вещей повысить чувствительность к разного рода тонким восприятием. И уже там будем говорить, что-то там такое, работать в этом направлении. А не просто там, а не просто, что мы там думаем, ага, там ясное видение, ясное слышание, как-то ты там разовьешь, при этом там, ведя обычную жизнь мирскую,
Нет. Тут довольно-таки строго. Или это, или то. То есть, чтобы подключиться к восприятию тонких миров, ты должен на них настроиться. Настроить, так сказать, свою радиостанцию на эти волны. А для того, чтобы настроиться, необходимо выключить вот это вот радиостанцию физического тела, которая сейчас вот она обслуживает в данный момент меня, куда я иду, что я слышу, чтобы я тут ориентировался. То есть надо это отключить, потому что она по своим сигналам забивает те тонкие сигналы. Поэтому чаще всего происходят разного рода феномены тонкого мира в сонных видениях, когда физическое тело, его чувства отключаются. И чтобы впасть в это состояние, как раз и нужен голод, нужно, значит, вот бодрствование и ночью в том числе, чтобы ты так впал в это состояние. Ну еще и, можно так сказать, молитва с трансом, с вхождением в транс. Вот тогда ты начнешь взаимодействовать с миром тонких форм. А до этого та же пища поглощенная является информацией, которая вносит, будем говорить, вносит, как бы лучше сказать, утяжеляет восприятие тонкого мира. То есть информация вошла, она уже, будем говорить, тут, как бы сказать, вблизи, в нашем теле, в нашем пузе, начинает, ну, препятствует, короче, тому, чтобы ты, когда ты чистый, без пищи, процессов там, ни пищеварения, ничего нет, и сама информация пищи не влияет на тебя. Вот поэтому они, чем, как говорили, он в жизни был ангелом во плоти. То есть такой тоненький, хрупенький, маленький, воздушненький. И тогда. Вот что касается работы над тонкими мирами, над духовными сферами. И если человек там хочет просто, как древние греки, имеет там красивое тело, упражняется, ну, соблюдает там некую диету, вот это совсем другое дело. Но что из этих двух выбирать? Сейчас все больше направлено на тело, но тело-то оказывается не вечное. За ним требуется постоянный уход для того, чтобы поддерживать формы, объемы и прочие качества. И оно исчезает вместе с исчезновением нашей жизни. А вот духовная часть, вот та, постоянно от одной жизни к другой прогрессирует. Вот так вот я мыслю. Я вам рассказал свои мысли. Не говорю, что это окончательно и бесповоротно. У каждого свое мнение. И важно, и опять-таки это не я говорю, а я до этого дошел. О, белка бегает, кстати. А это то, что... О, бельчоночек побежал.
Белка, белка, белка. Ай-я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 й. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. А это то, чтобы каждый человек сам для себя разобрался с этими понятиями и успокоился. Успокоился и уже дальше следовал, что, как и делать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!